Ну, я хотел бы сказать, что, в принципе, на сегодняшний день, это, что касается всех ребят, это достойный результат на сегодня. Но я хотел бы сказать, что это результат, это еще отбор идет вот, на ту же Всемирную универсиаду, которая будет в Казани. Это только вот первый шаг универсиада Украины, которую выиграл Картошкин, буду на второе место, Лиза выиграла. Сейчас будет второй этап, это будет Кубок Украины, который будет проходить в городе Сумах буквально в конце месяца, 28-30 мая. И скажем, если там еще подтвердят класс наши спортсмены еще на Кубке Украины, они будут бороться на Всемирной универсиаде. Также хочу сказать, что мы еще не забрасываем, что на Всемирную универсиаду может попасть и Попович Виталий. Скажем, если сейчас достойно выступить на Кубке Украины, скажем, то будет тоже кандидатом на поездку в Казань. Также и надеемся на Андрея Бурдуна, то есть если он, скажем так, выиграет Кубок Украины, то есть здесь не стоит вопрос призового какого-то места, именно по нему нужно выигрывать Кубок Украины, чтобы тоже попасть в Казань. То есть вот эти вот четыре человека, возможно, скажем, все четыре могут быть представлены в Украину в Казани. Ну, что касается Марандяна, то есть он сегодня уехал только по дороге, он еще на Польшу, тоже там последний турнир остался, скажем, в котором Украина принимает участие, это Кубок Европы, который тоже является этапом отбора на чемпионат Европы и чемпионат мира. Чемпионат Европы будет в Таллине, чемпионат мира по этому возрасту будет в Америке, в Майами. Скажем, пока наш спортсмен Марандян в лидерах отбора идет в этой весовой категории, скажем, его, скажем, оппоненты намного сзади, потому что они пока на всех этих кубках Европы, которые проходили, они, скажем, ничего не набороли. То есть наш Марандян был на одном серебряной медали, вот сейчас в Чехии с бронзовой медали. Сейчас надеемся, что в Польше тоже достойно борется и, скажем, потом будет представлять сборную страны на чемпионате Европы, на чемпионате мира. Хотел бы в двух словах коснуться тоже чемпионата Европы. Скажем, взрослой, которая пошла в Будапеште. Кстати, мы вчера только с Виталием ездили тоже на встречу туда, в Киев, в Министерство спорта, где тоже сборные поздравляли в министерстве, скажем, министр и новый наш президент Федерации Украинской. У нас произошла смена президента. Сейчас у нас новый президент, скажем, который тоже поздравил всех ребят, скажем, поздравил весь коллектив, скажем, с этой выдающейся, скажем, с бронзовой победой. Да, к сожалению, в личном зачете нет медалей, потому что сейчас немножко произошла смена поколений после Олимпиады. Скажем, на этой чемпионате Европы были в половину весов, это в четырех весах были представлены молодые спортсмены, такие как наш Виталий. То есть, которые, скажем, старое поколение и олимпийцы уже, которым там 27 до 30 лет, некоторые сошли уже, скажем, на этот олимпийский цикл. Молодежь, которая вот 90-го года, 91-го, как Виталий, скажем, была представлена на этом чемпионате Европы. Это их первый чемпионат Европы. Да, к сожалению, скажем, в личном плане немножко, скажем, дали осечку, но это, скажем, первый чемпионат Европы их, скажем, 3-4 года олимпийский цикл. Ну, в команде, скажем, все проявили свои бойцовские качества, командный дух, скажем, и показали результат, стали третьим.